идет очистка пещеры Киндерлинская, которая также известна как пещера Победы. Там произошла экологическая катастрофа, в результате которой пещера стала небезопасной для посещения туристами. В нее оградили доступ, и в ней происходят работы по ее очистке. Вносится различный мусор, который накопился там за многие года, в том числе и отходы человеческой жизнедеятельности, к сожалению. Работы ведутся достаточно сложно. Во-первых, вычищать все это тяжело, во-вторых, выносить все это тяжело. И ну, самое главное, что там всего очень много. Туристы ходили туда в огромном количестве достаточно долгое время. Ну и, собственно, там сейчас работает большой лагерь, приезжают люди с разных городов, в том числе с дальних городов, и еще будут подъезжать. Весь этот мусор там гниет, покрывается плесенью, что представляет опасность как для пещеры, так и для посетителей. Мусор собирается вручную сначала в мусорные мешки, потом собирается в большие мешки, и в больших мешках выносится из пещеры. В среднем каждый год за экологический лагерь за 10-14 дней выносится порядка 40 больших мешков мусора. Это примерно КАМАЗ мусора. Почистили пару залов только, потому что там очень много мусора на самом деле. Там приходится чистить стены от краски, даже просто от свечек там. Просто народ ставил свечки, зажигал и оставлял там. Вот, это все занимает очень много времени, чтобы все это просто очистить, отшкрябать. Вот. Самое интересное то, что вот буквально пару лет назад почистили один зал, и когда мы пришли в этот зал в этот раз, он уже был полностью загрязнен, там было очень много мусора, там опять появилась плесень. У меня большая просьба к людям, которые считают себя туристами, не сорить там, где они кушают, не оставлять место там, где они жили хотя бы некоторое время на природе. Это наш дом. Мне трудно взять пакет и положить свой мусор с собой.